В преддверии начала нового учебного года в целях профилактики и предупреждения ДТП с участием пассажирских автобусов 25 августа в Кашхабльском районе в период времени с 10 до 12 часов сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский провели профилактическое мероприятие под названием «Автобус». В ходе мероприятия с водителями автобусов проведены профилактические разъяснительные беседы по соблюдению требований правил дорожного движения и законодательства в сфере пассажирских автобусов. Также проведена проверка на своевременность прохождения водителями предрейсового медицинского осмотра, а также техническое состояние транспорта. Водителям напомнили быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на погодные условия при торможении транспорта. Всего проверено 4 пассажирских автобуса, выявлено 2 правонарушения. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.